Главная задача операции – снижение и стабилизация криминогенного уровня в городе, а также предотвращение тяжких преступлений. Все криминальное, что связано с автотранспортом. И к этому надо прибавить борьбу с обычными нарушителями. Основной упор делался полицейским руководством на выходные дни. Выявлено более 1659 нарушений в сфере только дорожного движения. Выявлено 18 фактов управления автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения и один факт управления автотранспортом в состоянии наркотического опьянения. Во время рейдов было зарегистрировано несколько случаев изъятия травматического и газового оружия. У водителей не было никаких правоустанавливающих документов на ношение оружия. Была задержана группа лиц, которая проверяется на причастность к разбоям. Задержана автомашина «Мазда» под управлением гражданина «Д», в ходе которой оказал неподчинение, то есть не остановился нашим сотрудникам, и путем преследования было остановлено. В ходе досмотра было выявлено в салоне перчатки, маски в количестве 3 штук, а также скотч, и в багажнике была обнаружена госномерной знак региона Алматы. А в самое ближайшее время дорожные инспекторы намерены объединиться с коллегами из миграционной полиции и провести очередной рейд. Ринат Хамидуллин, Константин Исупов, Платон Леднев, информационная служба телекомпании «АТРАР».